спина болит. Роман, Иван, надо встать, пройди к Серафиму. Судорога, отдыхай пока. Я тоже. Отдыхай пока. Прогиб, да. У меня судорога, спина болит. Где у тебя судорога, если ты ноги судорожно. Мака, Демьян, пожалуйста. Серафим, парни, на самом деле не гоните, все хорошо, уже хорошо. Здесь какой момент надо сделать? Да. Помните, мы делали полумостик на плечах, а на затылке? Вот вы в воздухе поднимаетесь. Вы, Никита, Роман, вы себя зарядили. Вы стреливаете ногами в потолок, толкаетесь руками. В этот момент, когда вы в воздухе приподнимаетесь, вам резко туда надо подняться, вам надо плечами потянуться. Я пять раз. Пять раз? Давай. Практически, да. Только нужно зарядить. Ты видишь, ты прогиб делаешь, ты не хватает. Вот туда действие сделать. Не хватает именно подняться за ним. Вам надо подняться. Давай. Аккуратно. Во-во-во-во-во. Такого положения не делаешь. Ну он со стулку устал. Давай, поехали, парни, поехали. Последние пять раз сделайте. Хорошо, и хорошо. Хорошо, и как ты делаешь? Давай, и давай. Летишь, давай еще, прогиб. Прогиб. Только напрямую показывай. Потом получится. Вы забываете прогиб в пояснице. Нет, просто ноги вперед, смотри. Ты тоже давай, смотри. Смотри. Ты ногами только, не на себя веди, не вверх. Куда вот? А вот туда. То есть тебе нужно вот так вот, туда. И вверх, да. Ты должен понять ногу. А? Ногами сильнее. Нет. Ты видишь? Стоп, Легри. Смотри, пока, Легри, сейчас поговорите. Держи, Ляш. Ляш, смотри, что сейчас делаете. Парни, задача, Легри, друг от друга полметра расстояния. Никит, друг от друга полметра расстояния, Легри. Передал ему, передавай ему. Давай, поднимай, передавай ему. Киндер-сюрприз, давай. Передавай следующему. А что это за киндер? Сейчас или Дима, либо Артеме, либо Диману, либо Артему бросай. Давай. Прогиб, 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 прогиб. Выпрыг вверх. Да, практически, только тебе над ногами сюда выстрелить. Зап. Давай. Все, давай. Лыжками не твори! Вот эта команда сюда подходит к стене. Вот эта команда, быстрее к стене. А эта команда не... вот здесь. Быстрее к стене. Сейчас смотрите, сейчас Артем с Дмитрием начинает матрицы. Я выше, чем он. Я выше, чем он. Сюда, сюда подойди, Никита. Никита, к стене подойди. Под этот или под тот? Выбирайте, который надо сидеть, начинать. Стоп. Команда, вставай где-то здесь. Вставай, Серафим, пальцы не грызи. Иди сюда. Вставай. Встали, парни, встали. Сейчас пока не мазь сильно, держи. А кстати, именно я натянула. Раз, Никита, встань. Бросай ему. Бросай ему. Взял, Никитос. Ты бросаешь ему пальцы не грызи, ты бросаешь ему. Мою голову! Взял. Мне спиню. Бросаешь ему. Давай, поднимай, тяжело. Бросай ему. Роман. Стоп, хорош. Бросай сюда. Наискосок, бросай ему. Молодец, взял. Никит, готовься. Семен, готовься, бросай. Молодец. Бросай, Демьян. Молодец, Демьян. Бросай, Мишань, бросай Семену. Я даже кинуть не могу. Нормально. Давай. Семен, аккуратно, взял. Ты бросаешь Макава. Нет, он такой. А ты Макава. Бросай он такой. Бросаешь Никите. Мастер. Бросаешь Ивану. Ивану. Иван. Я уже знаю, сейчас меня вылезли. Бросаешь Никите. Никита, ваш я встречу. Давай, взял, бросаешь, давай. Никита, взял, живой отряд, бросил, молодец, Никита, Серафим, ловите жалобы, Серафим, как можно, ловите тот тяжелый,
Алло, в двери! Давай, взял, Роману бросай. Давай, давай, давай. Молодец. А что там, пусик, в руках держит? Роман, Мишаню бросай. Мишаню бросай, давай. Я боюсь уже. А поделись, а пусиком. Фиг тебе. Мишаню бросай. Ай, похуй. Братан, дарю. Давай, добрось. Так, теперь стоп, упорно в меня. И бросай Семену, давай. Все, Семен, упор лежит. Нормалек, нормально, упор лежит принять. Это что? На полу. Не, ни за что. За дело. Упор лежит принять. Внимание, парни. Смотрите, сейчас нам надо сделать так, чтобы у нас. Мелкие мышцы, чтобы мы... А за что? За силу. За силу? За Россию. Чтобы мелкие мышцы у нас, здрасте, прочувствовать нам. Так, смотрите, за СССР можно. Первое, смотрите, парни. Семен, нормально? Стоп, упор, лежа, принять. Первое, поставили ручки вот так. Сейчас мы поставим на кулаки для того, чтобы сухожилие укрепить. Никитос, ты встань к стене, повернись. Никита. Встань, Никита, встань. 50 выпрыгов сделай. Остальные упор лежа принять. 50 выпрыгов. Нет, с упора стены приседай вниз. Давай, стенка, 50 выпрыгов. Приседаешь, выпрыгиваешь. Это как всегда. Как всегда. Стоим. Да. Вот так встал и сделал. Никогда не делал так. Вот так, 50 раз поехал. Да. Остальные. Внимание. Ручки вот так поставили. Чуть-чуть. Отодвиньтесь назад ногами. Чуть-чуть назад. Подвиньтесь. Иван, давай назад. Отодвигайся. Ручки поставили. Задача. Грудью лечь точно между рук. Смотрите. Раз. Легли. Два. Поехали. Раз. Легли. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. И раз. Два. Теперь по одну ручку правую развернули вот так. И у нас получилась такая фигура. Вот одну ручку вот так развернули, а одну оставили вот так. Один. Готовы? Да. На кулачки поставили, на кулачки. Точно всем получилось поставить? Поехали. Раз. Два. 24. Раз. 25. Два. 26. 28. Два. Ты назад отбился, а то сейчас боднешь. А то Роман же боднешь сейчас. Давай быстрее. Ждем. Два встали. Два. Ха-ха, парни. Раз вниз, два наверх. Раз вниз, два наверх. Раз. Два. Да, Никит, есть еще Петр Владимирович спрашивает. Тебе чуть осталось. Раз. Тебе осталось 10 раз, да, доделать? 20. 20, легко, но чуть-чуть осталось, меньше половины. Два. Раз. Два. Раз. Два. Поменяли ручку, одну прямо, а другую тоже прямо, но по-другому. Поменяли быстрее. Они в туалет. Поменяли быстрее ручку, быстрее. Иван. Да, теперь левую прямо, а правую на себя. Раз. Два. У кого как. Раз. Кому как получится. Два. Сейчас получится. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. На коленочки вышли. Никита, закончил. Молодец, на коленочки вставай. Ура, похлопаем, да, Никитоса, красавчик. Быстрее, на коленочки. На коленочки, быстрее. Пальчики вот так развернули. Ручки вот так развернули. Вот так. На коленочку. Делаете, смотри. Да, молодцы. Никит, готовы? Тогда уже
Ножки подняли вверх, делаем раз вниз. Чтобы друг друга не боднуть, отодвинули чуть подальше друг от друга. Раз вниз, два наверх. Смотрите, как у меня ноги. Я поднимаюсь так же ровненько. Два. Раз. Два. А как вот так? Ручки разверни вот так, да. Никита Белов, сделай. А ты думаешь, хорошую стяжку? Как? А ты думаешь, что хорошая стяжка? Вот она потихонечку растягивается. А где Дима Сарчук? Сейчас буду скоро. В туалет они пошли. Раз. Два. Никита Белов. Раз. Ты наелся? Два. А что нам не принес, да, не поделился? Роман, он тоже Никита. Нет, говорит, не Никита зовут. Раз. Два. Ну что, меня нету, а там уже два. Секунду. Теперь смотрите. Сели вниз, ступни вот так. А что, я не прошу ли? Сверху бедер. Никитос, сейчас выпрыгать для тебя с Романом будут обеспечены. Только теперь 100 будет выпрыгов. Сели вот так. Никита, Ром. Спинку прямо сели вот так. Сели, спинку прямо сделайте. И теперь на выдохе наклонились вперед и ручки протянули. Терпим. Семен, надо сесть тазом на пол. Семен, нет, надо сесть бедрами на пол. Семен, вот так сядь вниз. Вот так садись, вот так. Все, садись, теперь вперед ляж. А таз не поднимать. Иван, сядь вниз на пол, сядь, вот так. Вот так. Сейчас я разведи. Не знаю, мне не получается. Получается зря. Ну, разведи пятки. Разведи пятки. Да, садись вниз. А коленочки вместе. Да, и теперь тазом касайся пола. Тянись. Нет. Вниз, да. Вниз туда тяни. Туда. Нет, вот туда тяни. Вот так. Вот так. А теперь надо еще головой коснуться. Вам надо распластаться. Получается, все, верь в себя. Я вечно бег. Парни, 30 секунд отсчет обратно пошел. 29, 28. 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, терпи, 19, терпи, 18, терпи, 17, 16, Роман, руки вперед, 15, 14, 13, 12, 11. Никто тебя не оскорблял, тебе поправили. Нет, просто. Говорит. А, раздавить? 12. И раздавить тебя тем более бы не раздавили. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Сели на бедра, ноги вперед. Вывели. Сели на ягодицы. Ножки вперед. Сейчас я музыку включу. На ягодицы сели, ножки вперед. Мы сейчас готовимся к элементике. Ноги вперед сделали. Руки устали отжиматься, а вы на элементике. Теперь смотрите, задача, парни. Я вообще не устал. Обхватить руками ноги. Да, Роман, тяни. Обхватить руками ноги. Вы можете согнуть коленочки, обхватить ноги, и теперь выпрямлять надо. Выпрямить. Ай-яй-яй. Это же больно. Терпим. Ответь, конечно. Терпим. Обхватили, терпим. Выпрямляем ноги. Семен, ну покажи нам, как ты смог. Ну, о, красавчик, терпим. Макар, молодец, терпим. Миша, терпим. Терпи, братан, надо терпеть. Максимально просто держи. Ребят, еще раз. Смотрите, вот вы взяли, Миша Бибин, вот вы взяли, вот не получается у вас, да, дотянуться. Вот смотрите, я на выдохе. Все, держусь. Все, терпи, парень, надо придержать. Я выдержу. Одну минуту. Вот так. Я на выдохе. Не вот так, а вот так. Одна минута, терпим, ноги выпрямить. Терпим, одна минута, Иван, наклонимся, терпим, одна минута. Как только вы... Невозможно? Ну почему невозможно? Я же показал. Ну смотри, вот я взял спокойно. Вот прошла одна секунда. Вот так пройдет 10 секунд. Можно вот так? Ножки прямые надо. Вот так пройдет 50 секунд. Потом пройдет час. Надо учиться. Надо усвоить, Никитос, с ножками вместе делать. Ты можешь все. Все надо делать. Роман, терпим. Парни, одну минуту. Как только вы сейчас примете исходное положение, я засекаю одну минуту, а потом Роман идет на турник к Дмитрию, к Артему.
с ним, возможно, элементы будет делать. А мне к соревнованию нужно. Я в сальтухе. А у них же турник высокий. Все у вас будет. Так ты на чем выступаешь? На фристайле? Поэтому, парни, вот, поэтому, смотрите, будет то к ниндзям готовить, то на маленьком турнике. Я имею в виду, что на большой, к Артему Дзиме пока готов Роман. Он фактически пока может. Остальные пока до большого, если только по одному соскоку попробуй, потому что опасно. Готовьте минуту. Остальные все распределимся, что вам надо делать. Можно вот так вот? Нет, надо вот так, одну минуту. Пожалуйста, ребята, я сейчас засеку общее время, как только вы все примете исходное положение. Давай, схватимся. Раз, я не могу. Ну-ка, схватились. Ну, это больно. Парни, Никита. Это понятно, что больно, а больно почему? Ладно, хорошо, кто может, схватились. Кто может, взялись, кто может. Ты не мог и выпрыги делать. Кто может, взялись, парни. Кто может, взялись. Поднимите руку, кто может попробовать вытерпеть. Раз, кто, два, двое, отходите сюда. Двое, отходите. Остальные не могут. Макар, Семен, давайте, первые, начинайте. Остальные пока не могут. Да. Макар, Семен, начинайте. Начинайте вдвоем делать. Минуту держать, взялись. Я пока вот наблюдаю за Макаром и Семеном. Остальные, если не могут, будете сидеть. Роман, ты будешь делать? Взялись, поехали. Терпим. Тянись, вот тянись. Тянись, твое любимое упражнение. Тянись, только руками. Вперед руками тянись. Растяжка не лопнет. Парни. Миша, Бибин, терпи. Делай. Терпи, делай. Все, минуту. Пробуйте минуту. Вот вы пробуйте вот так. Просто они отошли, чтобы я их видел, что они первые начали пробовать. Остальные сначала испугались, а потом начали терпеть. Что, взялись? Минуту отчет держим. Я уже боль не чувствую. Боль не чувствуешь? Хорошо, терпим. Никита, Белов, 30 секунд прошло, делаем. Роман. Парни, если сейчас вы это упражнение минуту не сделаете, мы сейчас будем уголок тренировать. А это еще... Это русский ниндзя, самый уголок, самое то. 10 секунд тебе осталось? Да. Я не уверен, что ты говоришь правду. Какие 9 секунд? Да. 10. 10. От кого? Из 10 секунд у тебя 10 секунд осталось? Нет, 10 секунд осталось. Из чего? Что я сделала. Из чего? Из всего 10 секунд? Да. А что сейчас не делаешь? Сделали? Нет. Ну мы, да. Сделали, да? Минуту же надо. Минуту надо всего лишь. Сделали? Теперь, быстрее подошли к стене, но сели лицом к стене, прямые ноги к стене касаются, быстрее. Сели лицом к стене. Артем, Диман, Романа с себе возьмете? Конечно. Роман, давай, с упражнением делаешь, правильно к ним идешь. Сели вниз, лицом к стене, ногами коснулись стенки. Серафим, тебе влезть есть где? Стоп. А Серафим, отойди. Да. Залезай. Сели. Сели. Теперь. Пододвинулись к стене так, чтобы у вас ножки половина в коленках согнулись. Да, больше не надо. Чуть-чуть в половиночку согните. Есть. Пододвигайтесь, Иван. Пододвигайтесь. Теперь руками ближе упритесь, руками к бедрам. Руками к тазу упритесь, ближе сюда. И теперь вам надо ногами взбираться вверх по стене, а руками стоять на полу. Поехали. Взбираемся. Максимальную высоту набрали и стоим, держим. Иначе я дюбель нашел. Молодец. Нет. Максимальную высоту набрали, держим. Молодец. Макар, молодец. Семен, молодец. Терпим. Серафим. Максимальную высоту набрали, держим. Рома, на руках упрись. Рома, на руках упрись, вот так. Встать надо, встать, держим. Держим, Серафим, не сдаваться. Коленка заболела? Ё-моё. Если вдруг у кого что болит, отдыхайте. Парни, терпеть надо. Поднялись, парни. Ему надо отойти, Никит. Ему, чтобы у тебя получилось, ему надо отойти. Серафим, ноги подними, держи, ни на кого внимания не обращай. Вы сначала встаньте. Серафим, нормально, вставай, чтобы, да, спокойно, все, не обращай внимания ни на кого. Поднялись, Иван, поднялись. Поднялись.
Никитос, пойдем сюда. Никита, Моисеенко, иди сюда. Иди сюда. Братан, ляжь, пожалуйста, на пол. Ножки закидывай, ложись на пол. Нет, у меня братца не было. Ложись там, никто тебе мешать не будет. Ножки сюда задвигай. Сейчас смотри, руки, чтобы не нагружать, ложись на спину. Чтобы ручки не нагружать, давай тебе сделаем. Сложи корпусом. Да ты поймал, пальчиками. Да, делай в свободном режиме, если хочешь, ты его ловим, тебя жизнь будет говорить. Он и подарок со счета собирает. А ты же честный парень? Достал умеешь считать? Обещаешь не обмануть? Дай пятюню. И ты можешь им о жизни поговорить, считать и разговаривать о жизни, о взрослой, о трудной, какой судьбе. Да, куда ты? Все, понеслась. Давай, стоп, подъем. Парни, остальные держим, пожалуйста. А почему они элемент, а мы делаем? Они, а потому что они вот это элементы умеют делать и готовятся к соревнованиям. А кто эти элементы не умеет делать, высокий уголок, но хочет подготовиться к соревнованиям, вам надо хоть что-то освоить. Парни, пожалуйста, сделаем, поднялись. Я хочу садиться уже делать. Конечно, будешь делать. Поднялись. Иван, не отвлекай никого. Я не видел. Роман, поднимись, пожалуйста. Все, держим. Да, Ром, вижу теперь. Держи. Поднялись. Продержите, парни. Рома, продержи. Продержал. Ладно, иди к парням, бегом. Остальные продержите, пожалуйста. Одну минуту. Ты на маленький хочешь? Так, теперь смотрите. Теперь надо... Серафим, Мишаня, Макар и Демьян идут на маленький турник с Романом. Бегом. Стоп, Миша, Бибин, остановись. Ты сюда, Мишань. Парни, Рома. Я тоже хочу уже в духе. Роман, у вас там 10 минут сейчас. Со всеми проверь, ты покажи базовый набор действий, простых. И все остальные. У вас 10 минут, парни. Простой набор действий. Сейчас, секунду. А у вас, пойдемте сюда. Серафим, услышал задание? По очереди. Простой набор, который вы умеете. А вас сейчас. Вот сейчас тоже было, кстати. Вам сейчас сами сделаю. Пойдем. Сейчас, смотрите. Помнишь как? Разворачивайся на шесть сюда. Да, парни. Никита. Миша. 10 раз надо сделать. По очереди. 10 раз. Потом 9, да. Все, аккуратно, парни. Иван, а потом сами пойдем. Только не делай. Да, пойдем сами, я тебе обещаю. Сюда пятюни пойдем 10 раз. Давай, красавчик. Я не делаю 100 раз. Ты 50 выборов не хотел делать. Да, давай, ты попозже, ладно? Как резво ты побежал сюда. 10 раз. Тебе 10 раз. Ты не хочешь просто делать? Красавчик, давай, ты кого сделаешь, ладно? Вот тебе дают 100 рублей, отправляют в магазин, честно да, потом пойдем на сайт, ладно? Правильно делаешь? 100 рублей, сколько? 10 раз. Вот 100 раз 100 рублей. Нет, это не так. Ниже, да, ниже. Ножки, да, поди сюда, поди сюда. Ты не сказал, что ли? Они 37 сделали. Мне казалось, что 37 сделали. Я 30 раз 20. Уже 70. Стирайся, поехали 10 раз. Вниз, ниже. Терпеть. Следующий. Красавчик. Пятерок. Никитос, не пей пока.